Кто станет преемником Владимира Путина? Шойгу и Лавров. Вот, а Патрушев не думаю. Ой, это еще будет не скоро. Понятия не имею. Но было бы хорошо, чтобы не хуже, чем такой же. Лавров. Но он выглядит как умный. Только человек с его команды. Мое мнение, это человек, пока мы, наверное, не знаем. Здесь только можно убирать какие-то точно варианты, которые и останутся, которые более-менее нам... Кого можно убрать сразу? Ну, Навального. В текущих реалиях Владимир Владимирович Путин. После 224 года, ну, варианты, может, и возможны. У нас нету подготовленных, как бы, преемников, ну, не преемников, а следующих. Нет такой системы подготовки. Поэтому это будет этот, как его, наследник, которого мы сейчас не знаем. Собянин. Смотрите, как похорошела Москва при Собянине. Навальный. Потому что что-то изменится. Ему не дадут, но он может. Все изменится. Наверное, многих посадят. Слушайте, мне кажется, все-таки министр Лавров будет, в принципе, получше других. Я не очень увлекаюсь этой политической темой, но, в принципе, вещи, которые я слышал там в интернете, все дела, то есть больше меня располагают к Лаврову, если честно. Кажется, это довольно сложный вопрос. Я не уверен, что сами знают они, кто им станет. Ну, я не уверен, что они сами понимают логику, по которой они будут выбирать этого преемника. Ну, мне кажется, этим может быть, как им может быть, как и Мишустин, так там Собянин. Мне кажется, у них у всех есть разные шансы. Но, ну, надеемся, этого не случится. Хотелось бы видеть президента, которого выберут на свободных, честных выборах.